не трогай. У нас в прошлом году было раза в три, наверное, меньше по количеству. В этом году нас больше намного. Что желают, что обещают троичане? Троичане? Не посматривал, если честно. Это настолько личное. Что вы решили поделиться со всеми. Да, да, да. Бежим по улице Гагарина до гарнизонной, до гарнизонного. Затем через парк по Советской возвращаемся обратно сюда, к памятнику Неклюева. Здесь все собираемся, опять фотографируемся, пьем чай, едим вкусняшки. Расстояние 2021 метр в честь наступившего Нового года. Трава уже. Я обещаю весь год заниматься спортом и бороться с ленью. Я тоже собираюсь бороться с ленью. Правильно. Ну все, побежали. Это самое сложное. С Новым годом! Забег прошел отлично. На самом деле ломаем стереотипы, что 1 января не только лежать до, и спать до обеда, а можно выходить, бегать, заниматься спортом. Угу. Еще больше? Пахать, в кавычках. А, чем в прошлом году, да? Да, да, да. Первый раз участвую в этом забеге. Сказать так, все энергично, позитивно. Первый, что вот участвовать для себя, доказать себе, что за этот год я должен свои обещания исполнить. А то, что вы обещаете прежде всего кому? Себе. Я себе обещаю. Друзьям, себе, да? Себе. Нет, ну, друзья, что им обещать? У них свои цели, свои обещания, а это чисто для себя. Понятно. Отчет будете держать через год? Да. Ну, а спортом занимаетесь как вообще, регулярно? Ну, не регулярно, но бег, в основном бег. Такое нравится и по душе. Вау! Ну, на скорости! А что, Фрайда? Команда весь день нас преследовала. Собачка? Да. Так, сейчас, да? Джека, всем нравится. Смотри, всем дают календарики. Самый важный приз. Где? Вот, я замерз. Спасибо. Вам спасибо за участие всем. Тут велик, а тут ребят, вы. Спасибо. Я потом у тебя заберу. С Новым годом, Троиц! С Новым годом!